Сегодня я поговорю о концепте, который, в принципе, значим для современной философии, потому что представляет собой нечто новое по отношению ко всем соседним дисциплинам, и это концепт темной экологии. И это концепт, придуманный Тимоти Мортоном, британским философом, который вышел из comparative literature, то есть из сравнительных исследований литературоведения. Он долгое время занимался британским, в первую очередь, романтизмом. Он работал с текстами Джейн Остин, Вудсворда, Мэри Шелли и всех остальных. И в какой-то момент он понял, что для того, чтобы как-то говорить о природе, для того, чтобы как-то говорить о внешнем мире, для того, чтобы как-то иметь, в принципе, возможность какого-то взаимоотношения между человеческим и тем, что находится вне, необходим новый концепт, необходимо изменить ту логику, которую мы имели до того. То есть Мортон, по сути говоря, работая с темной экологией, предлагает несколько вещей. И в первую очередь это экология после природы или экология после существования мира, или экология без природы или без мира. Мир здесь имеется, как и природа, имеется в виду тот мир и та природа, которая будет писаться с большой буквы. Тот мир или та природа, которая была так или иначе воспета идеалами романтизма. У нас есть схема, внутри которой существует наблюдатель и внешний к нему мир. Проблематичность этой схемы заключается в двух основных элементах. В первую очередь в том, что наблюдатель к этому миру фактически иммунен. Фактически он исключен из этого мира, так как мир с ним ничего сделать не может. Казалось бы, в чем здесь разница между объектно-ориентированными онтологиями? Да в том, что в любой объектно-ориентированной онтологии, по крайней мере, если следовать предположениям Хармана и всему остальному, у объектов есть определенного рода четкая концептуализация. Несмотря на то, что это ассамбляж, или несмотря на то, что эти объекты ускользают, однако они все еще наделены какими-то внешними или внутренними свойствами. Тем не менее, мы можем говорить о том, что объекты обладают свойствами, хотя мы не можем их назвать. И производится какая-то четкая позиция и четкое создание границ у каждого из объектов. Темная экология в этом смысле различна, потому что она постулирует не только отсутствие вот такое, не только отсутствие границ, но и их предельное размывание. То есть, если бы мы могли сказать хоть что-то об объектах, мы бы как раз и находились в такой позиции наблюдателя эпохи романтизма, когда у нас есть наблюдатель и есть внешний мир, на который он смотрит. Естественно, лучшим примером такого взаимоотношения между наблюдателем и внешним миром было бы фактически любое произведение литературы, скажем так, пасторальной. Ну, то есть это может быть Генри Торо, который описывает себя и описывает свои взаимоотношения с природой, говоря о том, как он разговаривает с животными, называя сурков гостями и так далее. Хотя понятно, что он не может для себя даже помыслить, что такое перспектива сурка или что такое смотрение на мир сурка. Однако он предполагает, что сурок с ним общается, сурок с ним разговаривает, сурок для него приходит. То же самое было бы в каком-то смысле для любого пасторального текста или для любого подобного описания, когда мы имеем какие-то четкие свойства, четкие символы или четкие концептуализации, которые так или иначе принадлежат каждому из объектов. А четкие не в смысле того, что мы и говорим о каком-то конкретном наборе свойств, а четкие, когда мы говорим о том, что этот объект бы свойствами в принципе мог обладать. А вторым моментом, значимым для темной экологии, является, естественно, подрыв этой самой внешней природы или подрыв этого самого внешнего мира. Мортон часто повторяет о том, что не надо выходить на метауровень, не надо пытаться как бы то ни было объяснять или проводить каузальные связи между внешними для него объектами, потому что как только мы их начинаем проводить, как только мы начинаем узнавать какие-то каузальные связи в объектах, которые нас окружают, мы, по сути, опускаемся в ту же самую логику романтизма, вычленяя себя из этого мира. То есть здесь Мортон скорее говорит о том, что нужно оставаться восприимчивым или нужно давать возможность миру себя травмировать, травмировать наблюдателя. А ведь это самая большая травма, когда наблюдатель в какой-то момент узнает, что он вообще-то проницаем этим самым миром. И проницаемо не только его тело, как было бы в феноменологии ужаса, скажем, у Дилана Трига или у Юджина Такера, или даже у Марис Мерлопонти,
а проницаем в смысле своего основного свойства как наблюдателя, когда вы уже не можете говорить о том, что наблюдение является тем самым исключенным из мира элементом. Он иллюстрирует это, обращаясь к Деррида и описывая те примеры письма, которые анализирует Деррида, о том, что когда вы читаете какой бы то ни был текст или когда вы соотноситесь с каким бы то ни было текстом, вы можете описывать любые материалы как то, что существует здесь и сейчас. Однако в этот момент существуете вы, который читает этот самый материал, и на вас вообще-то этот мир влияет даже в тот момент, когда вы его описываете. Вы никогда не можете, говорит Мортон, описать настоящее. Ну, то есть любое настоящее, которое вы описали, было бы, во-первых, либо прошлым, либо будущим, а во-вторых, предельно насильственным, потому что вы бы сводили концепты к какой-то логике, в которой вы существуете. И в этом смысле, мне кажется, темная экология идет дальше любой феноменологии, пусть даже феноменологии нечеловеческого или феноменологии ужасного, потому что оно не только заставляет наблюдателя увидеть собственное тело или увидеть собственную планету, на которой кто-то существовал до него, и историю, которая ему не принадлежит, а даже постулировать то самое, что и наблюдение или перспектива ему не принадлежит, что это чужая перспектива. В этом смысле, естественно, очень хорошими иллюстрациями были бы лавкрафтовские монстры, иллюстрации того, чем темная экология в принципе является. Еще одной важной проблемой для темной экологии является проблема гиперобъекта. Ну, гиперобъекты на самом деле ничем не отличаются от обычных объектов и их понимания для темной экологии. Они просто очень большие. Здесь как бы различием является различие размера. Если в краткости, то гиперобъекты — это те объекты, размер или масштаб которых в значительной мере превышает человеческие способности восприятия и, в принципе, так или иначе приводит человека в состояние шока. Мы с вами можем прекрасно представить, что такое бесконечность на неком символическом или ином уровне для нас. Это не составляет проблем. Но вот представить, что такое последовательно проживаемое 1000 лет, 2000 лет, 1 000 000 000 лет, для нас является попросту невозможным. В силу того, что для того, чтобы последовательно представить, что такое прожить 1 000 000 000 лет, нужно затратить 1 000 000 000 лет. И человеческие существа не живут в горизонте событий. Однако, говорит темная экология, нас окружают объекты, которые в этих горизонтах живут. Ну, собственно, полураспад Урана. И все остальные элементы, камни, планеты, тектонические толчки, нефть, все остальное существует именно в этих временных рамках. И таким образом получается, что перспектива объектов является отличной от перспективы человека. И не только отличной, но и наводящей на него уже своим масштабом. И этот пример, которому Мортон посвящает практически целую книгу, с одной стороны, выглядит достаточно простым, но с другой стороны, на уровне какого-то понимания очень сильно отражает восприятие или логику того, с чем мы столкнулись, когда мы сталкиваемся, собственно, с гиперобъектами, когда мы сталкиваемся с объектами внешнего мира. Этот пример дает нам достаточно мало концептуальной информации, однако может, в свою очередь, создать какое-то ощущение ужаса от столкновения с внешним или ощущение ужаса от столкновения с природой. А с природой не как с природой да максимально пастеризированной, а природой, наоборот, как бы дикой и неугнетенной, частью которой мы, в общем-то, и являемся. Более того, еще одним таким поразительным примером для Мортона является вопрос о границах. В конце концов, говорит Мортон, мы не можем тщательно указать даже на границы своего собственного человеческого тела. Потому что являются ли бактерии, которые багаж, который человек несет в своем организме, его частью? Или являются ли его код ДНК частью самого организма? Является ли митохондриальная ДНК частью организма? Являются ли мысли, идеи, образы и память человека частью его организма? И все эти вопросы не имеют какого-то четкого ответа и, более того, не заслуживают какого-то ответа вообще. Скорее, это те вопросы, которые призваны еще раз подставить под сомнение сам концепт организма или сам концепт какой-то устойчивой человечности в принципе. В его предпоследней книге, в книге «Humankind, Solidarity with Non-Human People», есть очень важные вещи, которые он говорит касательно возможности позитивного проекта темной экологии. Если на момент книги Dark Ecology
«Багги проб'ектов» или более ранних книг Мортона, позитивный проект у «Темной экологии» вырисовывался в очень странных вариантах. Это были возможны рассуждения о пересборке мира через какие-то игры или чего-то подобного, что было в книжке «Dark Ecology», либо же состояние ужаса или переживания, которое производили люди, сталкиваясь с гиперобъектами на момент книжки «Гиперобъекты». Однако в «Solidarity with Non-Human People» а вот темной экологии, по его мнению, появляется некий позитивный проект. Проект очень марксистского толка. Работая с такими авторами, как Дюссер, Мортон пытается выправить баги, которые происходили, по его мнению, в предыдущей теории, и сказать что-то позитивное. И говоря об этом, темная экология — это способ солидарности с нечеловеками, в том смысле и, собственно, странной солидарности. Потому что если мы говорим о солидарности обычной, мы всегда в том или ином ее значении, неважно, чей это будет концепт, говорим о том, что у нас есть нечто общее. У нас есть общие ритуалы, у нас есть общие объекты, у нас есть общие взаимодействия, у нас есть общие друзья, у нас есть общие враги, у нас есть общий дом, у нас есть общие интенции. Для солидарности всегда важно что-то общее. А солидарность с нечеловеками, или с non-human people, в значении Мортона, это солидарность или сосуществование с тем, что общего с нами не имеет. Потому что для того, чтобы сказать, что мы имеем нечто общее, мы бы вынуждены были провести границы между объектами. А в таком спектральном мире темной экологии это, в принципе, невозможно. И здесь, заканчивая разговор о темной экологии как концепте, хотелось бы привести логику Мортона, которую он как раз и превозносит в книге «Солидарность с non-human people». Это образ английского слова «kind». Здесь оно очень плохо переводится по-русски, потому что оно параллельно означает доброту и параллельно обладает какой-то видовую принадлежность. И вот эта вот структура «being kind» по отношению к тому, что нас окружает, есть та логика, которой Мортон придерживается или которым Мортон хотел бы воплотить свои темные экологии. Это очень забавно бьется с основной идеей 10 сезона «Доктора Кто», сериал, в котором Мортон тоже является большим фанатом. И мне кажется, что вот именно в этой простой фразе «just being kind» и заключается тот возможный позитивный посыл темной экологии, который мы бы могли предоставить в каком-то взаимоотношении к внешнему или к